Здравствуйте. Я покажу всего лишь одно упражнение, которое поможет вам справиться при синдроме грушевидной мышцы, при боли, вызванной седалищным нервом. В чем преимущество этого упражнения? В том, что его вы можете выполнять как дома, так и на работе. Нет необходимости в том, чтобы вы принимали позицию лежа, либо использовали какие-то подручные средства. Одно единственное упражнение поможет вам справиться с болью при седалищном нерве. Что для этого нужно? Мы закидываем одну ногу на другую. Находимся в таком положении около 2-3 секунд. Затем опускаемся на локти, при этом надавливая на ногу. Ну, а затем опускаемся ниже по максимуму. При этом все время надавливаем на ту ногу, которая является у нас болезненной. Такое упражнение выполнять необходимо 2-3 раза в день, будь дома, находясь на работе. Это поможет вам справиться с болью при седалищном нерве.